Да. Да, Доброходов Артем Алексеевич. Нет, вот тут рядом стоят. Сейчас, секундочку. Можно, короче, полковник позвать? Ну, дежурный прокурор. Дежурный прокурор хочет с ним пообщаться. Товарищ полковник! Как вам, шахтистов, что ли? Вот, я стороны. Вы будьте довольны, давайте его, потому что я имею право туда входить. Ну, там вот, сотрудники имеются, отказывают всего нас. Угу. Ну, Сергей, прокурор хотел поговорить, с вами хотел прокурор поговорить. Вот, собственно, у меня есть прокурор, если не надо... Он только что хотел с вами поговорить. Нет, сейчас он стал сейчас перезвонить. Сюда прямо, да? Я этот, по УВД, наверное, дежурный, позвонил, потом я, собственно, в безопасность позвонил, сейчас вот только прокурор. Прокурор хотел переговорить, но... Ну, товарищ полковник, прокурора. Что? Не зарезал. Что опять у вас тут? Прокурор хотел с вами поговорить. Прокурор хотел с вами поговорить. По городу? Зачем? Есть соответствующая станция. Это же его дело, мы не можем указывать прокурора. Он хотел с вами поговорить. Он знает, как мне найти, если надо. Что тут через ваш телефон разговаривать? Мало ли кто там переписывает мне прокурора. Ну, тоже неправильно. Согласны? Тут у меня есть официальная связь. Мне дадут команду, я могу звонить. Сейчас перезвонит вам, значит, на официальную связь. Все будут наказаны. Звонок громко. Нет, я поставил заявочку по поводу незаконного задержания. Мы прилично перезвонили 347 отделения. Да, почитайте 347 отделения. Как никто не подставил? Юристы к нам не пускают? Адвокаты даже не юристы. Да. Паника. Ага. То есть набрать 262, мы должны... Хорошо. Спасибо. 352-002 я уже тоже звонил. Так ты не один пострадавший? Звонит. Да, да. Там горячая линия. Да, 252-002, горячая линия. Ну, я позвоню тоже. Угу. Спасибо, да. Потом заодно позвонить. Мы посмотрели уже. Дежурный, да, дежурный прокурор по городу. Да, непонятно, что происходит. Сказали, что поставили, вытащили меня в машину, отвезли в отделение. Похоже, я в 7-м отделении нахожусь. И что... А что вообще происходит-то? Я тут с этими гексиковыми, со всякими... Хотя бы пусть кто-нибудь представит, я не знаю, что это как-то. Страшно мне здесь немножко. Блин, спасибо. Здравствуйте. Вас беспокоит коллекционный представитель. Я был задержан на площади Шкачик со сотрудниками милиции, достали 7-й отдел. Сейчас держат, пока ничего не предъявляется. Господин полковник вменяет нарушение 54-го федерального закона. Вы все что-то сделали, разобрались, как вообще не знаю. Угу. Угу. Хорошо. Да я же сколько там? На второй нашего банкета. Вы собрали сами их на банкете. Отлично, спасибо. На входе.